Итак, Тюмень против Кристалла из Санкт-Петербурга. Тюмень на 6-м месте в турнирной таблице. Кристалл, к сожалению, пока на последнем 12-м месте. Но и санкт-петербуржцы будут стараться поправить ситуацию. Тюмень уже здесь. Кристалл тоже, естественно, здесь. Ну и давайте знакомиться с составом играющих команд. Ваш комментатор Дмитрий Рыбников. Постараюсь рассказать обо всем самом интересном. Справа ворота Тюмени в первом тайме. В черной форме хозяева площадки. В белой форме футболисты Кристалла. Эту перезагрузку делает Альберт Зайдер. Удар и гол! Павел Соколов просто великолепно. И пробил неотразимо в дальний угол. Причем там Антошкин был. И не успел подстраховать Жоао Сильвейра. Новобранец Тюмени. И уже на первой минуте футболисты Кристалла открывают счет в этом матче. Здесь будет удар с дальней дистанции. И еще удар. Вчера было похожее начало. Пари, кубок Пари Суперлиги. Удар и гол! Мяч так предательски просочился за шиворот. Да, хороший хлесткий удар. Здесь, может быть, и грудью надо было реагировать, а не руками. Стал складываться под клубный. Да, небольшая вратарская ошибка получается у гостей. Два быстрых мяча за попадание в восьмерку, за попадание в плей-офф. И гол! Да, отступать некуда. И Акулов забивает красивейший мяч. Снова дальним ударом. Забивает свой третий мяч уже за Кристалл. Мощнейший удар. Взъемом четко. Давайте посмотрим еще раз. Да, попал просто здорово. Я думаю, что этот забитый мяч может претендовать на лучший гол тура. Вполне. Скатит мяч направо. Это прострел был от Соколова. Еще один прострел. И через себя штанга! Ну и сейчас уже красиво все делал. Прострел, скорее еще добивание. И вот выручает свою команду от вратаря Тюмени. Успевает руку вскинуть Зайдер. И парирует этот удар. Вот сейчас не случайно Жоао Сильвейра нет на паркете. Передача. Удар и гол! И здесь... еще один мяч забивает Акулов. Миронов делает передачу Ананьеву. Ананьев здорово покатил мяч на дальнюю штангу, где Акулов оказался. Ну и переиграл он Александру Полеву, кстати. Да, Полев тоже играет с небольшим повреждением, но тем не менее. Здесь здорово играет Боливар. Боливар перекатом! И... давайте смотреть повтор. Не берет видеопомощь. Смотрим. Пантюхин, появившийся на площадке, а здесь выход 1-1, удар, гол! Но сработало старое правило, не забиваешь ты, забивают тебе. Пантюхин не сильно пробил. Вот передача Гаптадзе, и успевает еще подключиться Гериханов в эту атаку. Поэтому здесь пришлось разрываться, разрывать свое внимание по дубну. Слева бежал партнер Гаптадзе Гериханов. Не успевает пробить, и здесь пустые ворота Тюмени, и гол! Вот выручил перед этим свою команду от Зайдера, сейчас уже привез. Решил бить, нужно было бить. Потом мяч далековато отпустил, решил сделать передачу, и после паса на пустые ворота Павел Соколов здесь не пожадничал. 4-2, простите, счет. 4-2 подобные. Здесь замешкался подобный. Удар по пустым. И гол! Здесь еще, конечно, Камилю нужно было попасть. Подобного, но подарками вратари команд обменялись. И 4-3, но в пользу Кристалла счет по-прежнему. Пятая минута второго тайма. Контратака 2-2. Гаптадзе. Кириханов с прокатом. И гол! И Неветров добивает мяч в ворота. После удара Камиля Гериханова переросла на 3-3. И здесь потеряли на дальней штанге Неведрова. С прокатом здорово, хлестко бьет взъемом Камиль Гериханов. Отражает удар Иван Подубный. Ну а дальше он, конечно, был бессилен. Здесь с близкого расстояния просто расстрелял ворота соперника. Будет просто... стрелять в сторону ворот Тюмени. Звучит сирена. Завершается второй тайм матча между Тюменью и Кристаллом. Ничья 4-4. Удар, гол! Здесь без вариантов. И Соловьев бьет. Удар! Ну, здесь сильно, четко. Удар! И здесь тоже не по самому центру.
И Боливар забивает, тоже уверенно забивает. Кафтадзе. И четко в угол пробил. И Цайдер! Цайдер тащит. Неведров идет бить у Тюмени. Ковалев в воротах остается у Кристалла. И Неведров! Павел Соколов. Здорово, как забивает Соколов. Просто руку вратарь не успевает скинуть. Удар и подобно оставляет шанс для своей команды. 4-3. Мощно! И Цойдер! Герой после матчевых пенальти. Тюмень вырывает победу в серии пенальти. Зарабатывает еще одно бонусное очко. Тюмень остается на 6-м месте. Наша трансляция подошла к завершению. Для вас работали комментатор Дмитрий Рыбьяков, режиссер трансляции Александр Лютоев. Мы с вами на этом прощаемся. Будьте здоровы!